Герой России Темирлан Абуталимов совместно с заместителем начальника управления главы Республики Дагестан по кадровой политике, государственной службе и наградам Абдулхакимом Исрапиловым и начальником отдела управления главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению Надеей Селимхановой посетили администрацию города Касписка. Встретил гостей руководитель муниципалитета Борис Гонцов, который провел беседу с участником СВО. В рамках встречи Темирлан Абуталимов рассказал о службе в зоне спецоперации, а также о обучении по программе «Время героев», которая реализуется для участников СВО по поручению президента страны Владимира Путина. Благодаря этому проходит подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа военнослужащих СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Целью визита Героя России стало ознакомление и получение передового опыта в администрации Касписки. Ему продемонстрировали проводимую работу по предоставлению участникам СВО земельных участков.